В эфире популярная передача «Хочу все знать». Меня зовут Евгений Брим. Это моя мастерская, лаборатория, театр. Вообще-то это был гараж. Гараж для двух машин. Самый нормальный, обычный гараж для двух машин. Вот. И в этом гараже я решил построить театр. Я построил весь этот театр. Я думаю, так, если здесь стоит одна машина, здесь стоит другая машина, если две машины эти убрать на улицу, сделал здесь сцену. 20 фит на 20 фит сцена. Большая сцена получается. Немножко она невысокая, но если учесть, что я 2 метра, 6.6, то эта сцена довольно высокая. Здесь можно посадить 10 и 10 человек. 20 человек легко можно посадить. Здесь вот вход с улицы для зрительного зала. Открывается дверь, и зрители заходят. Вот. И вот здесь какие-то стулья. Стулья, у меня много стульев. Можно сюда, можно туда. Садятся и смотрят спектакль. Подумал, надо построить комнату, которая может заезжать в дом и выезжать. И вот эта вся комната, она двигается на колесах туда и обратно. Здесь специально идут рельсы. Там есть колеса. Здесь еще есть колесо. Вот. И с той стороны то же самое. Вот эти провода убрать, и можно бум, и джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик, она сюда заезжает. И тогда со стороны как будто бы ничего нет. Нормальная гаражная дверь опять. Эта лестница такая есть. Когда нам нужно это место, она убирается, эта лестница. И здесь можно использовать это место еще больше. Если это место не нужно, оно просто может закрыться. И все, тогда получается обычная сцена. А если нам нужно что-то там наверху делать, тогда мы эту штуку опускаем. Ну и залазим наверх. У меня тоже есть микрофон. Все прослушивается и записывается. Это соединено напрямую с FBI. Вот. И занимаемся монтажом прожекторов. Соединение проводов, все проходит сюда. Это все стоит на железных таких специальных трассах, вот они здесь стоят. Здесь довольно крепкая конструкция, это все никогда не свалится вниз. Вот здесь есть такое специальное окошко. В этом окошке тоже живут разные крокодилы. А это мой бакьяр, там 4 птички. И их всех зовут Джон Леннон, Пол Маккартни, Харрисон, Ринго Стар. Это называется Beatles. Not birds, Beatles. Потому что я работаю в шоу «Лав». Забыл сказать, когда я начал говорить о том, какой театр и как театр называется, имя театра – Philosophus Theater. Чтобы понять, что такое философия – философия, любовь к мудрости. Это есть такие вот философы, этого зовут Аристотель, он жил 2000 лет назад. А другой – Гомер, он был в то же время, что и Аристотель жил, тоже 2000 лет назад. Очень мудрые ребята, я их очень уважаю. Это мои... Самый-самый страшный момент в доме. Он скачивает все деньги. В театре я использую много света. И вот это вот money-money. Ку-ку. На тонный театр. Экспрессо. Когда я включаю свет в зале, я тоже преобразовываюсь. Потому что это я захожу в другой мир. И вот этот мир, он даже меня начинает менять. И я начинаю становиться другим человеком. Каким-то го-го-го-гоблином. Я захожу в этот мир, и в этом мире живут разные другие существа. Я эти существа очень люблю. Извините.
театр, который я построил сам. Это театр номер 14. За всю свою жизнь, мне 44 года, я построил 14 театров. В самых разных местах и в самых разных странах. Отец всю жизнь работал в театре, он был театральным художником. Мы с ним очень вместе были близки, он мне очень многие вещи рассказывал, учил. Вот. И я всегда, в принципе, хотел делать далеко не театр. Старый традиционный театр, он, по сути, уже скушен. Настолько его много переделывали, переставляли, перепробовали, что у меня лично там мало интереса. Поэтому я хочу, в принципе, создать другое измерение, где зритель бы пришел и на какие-то моменты побывал вообще в других каких-то чувствах, в других измерениях. То есть театр обычно приходит и там какую-то историю рассказывает. Здесь не так. Здесь тебя немножко двигают при помощи всего этого. Я использую театр как инструмент. Театр — это мой молоток, чтобы забить какой-то гвоздь, куда бы можно было повесить какую-то картину, которая совершенно необычных красок, необычных зрелищных каких-то возможностей, которые ты там видишь. Как театр называется? Это театр, который не театр. Вообще можно так начать передачу, а потом уже говорить себе философ, он, там театр земля, там театр это самое, паяцы, там дух, вся эта мура. Театр, который вовсе не театр. Сон, да, какой-то такой.